Пришли. Слушай, кажется, я погорячилась насчет того, что готова зайти к тебе. Почему ты отошел? Чтобы не мешать тебе принять верное решение. Все девушки стараются жить по плану, встретить парня, влюбиться, родить ребенка, но я не уверена, что я готова жить по такому сценарию. Сынок, у меня неприятная новость. Какая? Сообщу, когда приедешь. Скажи мне. Тебе предъявят обвинение. Джордж? Это ты? Ой, привет. Привет. Джордж, это мой парень Мэнни. Очень рад. А это кто? Ты даже не поздоровался. Ага, только сначала надо было спросить меня, а потом водить сюда мужиков. Да с какой стати я должен с ним здороваться? Похоже, я облажался. По мне так даже лучше. За того, кто произносит тост. Я коснулся твоей ноги. Неужели? Тебя не смутит, если я посреди ночи вдруг заплачу и не смогу объяснить, почему? Мне это подходит. А у тебя какие проблемы? Я без работы, у меня кончаются деньги, и ФБР завело на меня дело. Ты прямо мужчина мечты. Сын, ситуация выходит из-под контроля. Не говори ничего. Джордж. Еще слово, и ты меня здесь больше не увидишь. Нет, ты не можешь позволить себе. Такси? Нет, я еще не решила, куда мне ехать. Я даже записал то, что хочу сказать. Я чуть с ума не сошел, когда ты ушла. Я разбил лампу. Так что там написано? Я же уже сказал. Как знать?